Морозное надворье чакается на этом тыдне у Беларуси. У ночи будет до минус 20, у день до 10-13 морозу. На дорогах гололедица, да и закликая водителей отмовиться от далеких поездок. Особливо варто быть пильными уладальником дизельных автомобилей. Тем, кто все же собирается у дорогу, треба захопить теплые речи и горячие напои, зараженный мобильный телефон.